Сюжет о гоголевском Плюшкине мы снимали совсем недавно. Тогда мужчина с гордостью показывал то, что накопил в своей квартире годами. Процесс выселения нерадивого соседа начался, а проблем меньше не стало. Мусор так и остался в злополучной квартире. Нынешние ее хозяева, тараканы, все равно находят возможность пролезть в подъезд, а соответственно и в соседние квартиры. У нас ребенок, мы его прячем полностью под это, как сетку. Что-то много раз ловили на ребенке. То, что жара была, запахи какие-то были? Да, запахи были. У него там полно отходов. Они все тухнут. Мы написали письмо в прокуратуру. Будем ждать ответа. Жилье муниципальное, а значит, за него отвечает комитет по управлению имуществом города. В настоящее время завершаются работы по принудительному выселению нанимателя из этого жилого помещения, которое приведено в непригодное состояние. И сразу после его выселения силами управляющей компании будут организованы работы по приведению жилого помещения в порядок, вывозу мусора, дезинфекции, то есть все необходимые работы для восстановления его нормального состояния. Все работы по уборке мусора и дезинфекции квартиры будут произведены в течение недели. По крайней мере, нас так заверили в муниципальной службе. Татьяна Баловнева, Олег Ильин. Наше время.